Единогласно председателем избиркома Самарской области выбран Вадим Михеев. В 2010 году он вошел в состав избиркома Самары, затем стал заместителем председателя избиркома Самарской области, а в 2011 году занял пост председателя. Вы знаете тот тренд, который задан Центральной избирательной комиссией, повышение доверия наших граждан к выборам. Областная избирательная комиссия в полной мере хочет реализовать его так, как это положено, чтобы с каждым годом все меньше и меньше жителей Самарской области не доверяли нашим выборам. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении. На должность главы регионального избиркома Вадима Михеева рекомендовал Центр избирком. Сравнивая избирательную кампанию в различных субъектах Российской Федерации, я могу сделать вывод, что вы одна из наиболее таких подготовленных, заостренных на позитивное политическое решение вопросов, которые возникают в ходе избирательной кампании. Новый состав избирательной комиссии Самарской области будет учитывать и накопленный опыт. И эта площадка будет площадкой не только для официальных политиков, представителей партий, но и для журналистского корпуса. Кроме того, сегодня выбрали заместителя председателя, им стал Алексей Солдатов, секретарем избиркома выбрали Наталью Таран. Напомню, в связи с окончанием полномочий избирком Самарской области предыдущего состава губернаторы губернской думы сформировали новую избирательную комиссию, которая и будет заниматься организацией выборов в ближайшие 5 лет.